Волнение и усталость. Выпускники выходят из 50-й школы после экзамена. Сегодня здесь давали профильную математику. Этот предмет, как правило, выбирают будущие абитуриенты политехнических вузов. Прошло более-менее гладко. А зачем тебе нужен был этот экзамен вообще? Ну, чтобы получить высшее образование и поступить в престижный институт. Куда ты собираешься поступать, на кого? Я хочу на летчика, на гражданского. Или на высшее строительное. Наверняка не могу сказать, но задания вроде были легкими. Но не хочу, знаете, раньше времени говорить. Ну, а так все более-менее нормально. Я сегодня сдавала профильную математику. Прошло неплохо. Я надеюсь, что написала хорошо. Я думаю, что хорошо, что ЕГЭ не отменили, потому что тогда бы пришлось, наверное, сдавать вступительный экзамен в самом институте. Это было бы еще сложнее. Экзамен по математике, как и по остальным предметам, в этом году проходит с соблюдением всех эпид-норм. На входе антисептики и градусник, на полу разметка. За всем, что происходит, наблюдает Государственная экзаменационная комиссия. Мы обязаны наблюдать процесс, контролировать его и нести ответственность за какие-то ситуации, которые, может быть, нестандартные, принимать решения вместе с руководителем ПП. Но вот уже у нас четвертый нынче экзамен. Два раза русский язык был, потом еще сдавали много предметов 3 числа и сегодня математика. У нас замечаний нет, все идет как положено. В 50-й школе профильную математику сдавали сегодня 58 человек. В понедельник, 13 июля, в 9 городских пунктах ЕГЭ пройдет экзамен по выбору по физике и истории.